Высшая школа инновационного менеджмента Якутии должна стать центром передовых идей. Об этом глава региона заявил сегодня во время рабочего совещания по вопросам деятельности учреждения. Напомним, что школу инновационного менеджмента создали в августе этого года по указу главы Якутии. В соответствии с документом, главной целью вновь создаваемого образовательного учреждения стала подготовка кадров для организации инновационного производства, роста инвестиционной привлекательности республики и повышения качества государственного и муниципального управления. Во время совещания Борисов подчеркнул, что серьезные качественные изменения в работе школы должны появиться уже в этом году. При этом школа должна быть не только доступной и давать высокий уровень образования, но и стать тем местом, где будут консолидироваться хорошие идеи, а деятельность учреждения не ограничится только узким образовательным кругом. Высшая школа инновационного менеджмента, она должна стать центром, где все эти идеи новые будут консолидироваться, где молодые люди, взрослые люди, которые уже включены в этот процесс реально экономически, будут получать новые знания, знакомиться с лучшими мировыми практиками и внедрять их на тех местах работы в республике, где они притворяют свой талант, силы, ум. И все это должно иметь экономический эффект.